стройка. В общем, вот он, самое высотное, блин, здание мира. Сейчас там мы 1,5 часа стояли, смотрели фонтаны. Фонтаны включают через каждые 30 минут. Мы посмотрели их 3. Вот. Ну, то есть больше, чем 1,5 часа. А, вот это, по всей видимости, гостиница, наверное. Очень много окон горит. Обычно вот в этих высотных зданиях что-то мало окон горит. Вот. Это водопад. Там внутри этого торгового центра большого еще водопад есть. Вот. Помпезность нормальная такая. Маше понравилось кольцо. Одно. Вот, блин. Упал. Ну, цен, конечно, нету. Спросили. В общем, короче, $9000. А когда мы говорим no, они спрашивают, а в чем проблема? Почему no? Что вас не устраивает? Блин. Вот. Ну, в общем, мы идем. И тут узко.